Турнир по силовому экстриму «Медведь» вновь в калмыцкой столице. Участие в нем приняли 7 атлетов, среди них наш земляк Игорь Ремешевский. Турнир по силовому экстриму «Медведь-2022», приуроченный ко дню калмыцкой столицы, организован администрацией Листы совместно с Федерацией бодибилдинга Калмыкии. Напомню, из-за пандемии 2 года не проводились соревнования, но, несмотря на ковидные ограничения, спортсмены готовились усердно и к соревнованиям подошли в отличной форме, что и позволило им показать хорошие результаты. Тренироваться, естественно, никто не прекращал. То есть это как бы не тот случай, где можно отлежаться на диване, а потом через 2 года встать и выйти там. То есть все продолжали тренироваться, естественно, соскучились, ждали, когда можно будет свои возможности показать на публику, посоревноваться с кем-то. Ежегодно где-то 5-6 упражнений выбираем. В основном идет работа с нестандартными предметами, можно сказать, даже не спортивными снарядами, вот такими, как огромные колеса, там машины являются снарядами, какие-то специализированные конструкции навариваю, чтобы это было очень тяжело, зрелищно обязательно. Да. Будущее, несомненно, есть, он развивается. Выступал в Астрахани, выступал в Ставрополе, выступал в Ростове. Развивает и силу, и дух. Коллегам пожелаю без травм. А себе желаю выступать как можно дольше. Всем участникам турнира необходимо было в 5 упражнениях показать силу и скорость. По итогам бронза у Гели Русманишвили, серебро у Виталия Карипанова, победителем турнира стал Владислав Адаменко. Для меня это вид спорта, сопутствующий по жизни, так как я, в принципе, с ранних лет в спорте, я не представляю свою жизнь без спорта. Поэтому как бы это спорт, который не мешает жизни, скажем так. Это хобби, я так развлекаюсь.